уверен, что с помощью видео я смогу лучше передать атмосферу, что окружает меня в этом путешествии. Находится у меня здесь озеро Айлам. Пока лучше оставаться в тепле. И это мой... Ой! Немножко видео откладывается. Навигатор предлагает спуститься на пару километров вниз, сделать небольшой крюк. Ну, в таком случае попробую сократить. Что еще делать? Там сразу нет, потому что видно, что горы очень скалистые, значит и обратный склон тоже высоковероятно очень. Вероятнее всего пойду здесь.